издевается, типа. Ходит 2 гривня ему надо. У людей. Просит. Детям нужно 2 гривня, он ходит, собирает. Это супермаркет. Вот здесь Ашан. Машины стоят без присмотра, и он вот это вот лазит здесь. У людей просит деньги с понтом. Все, смотрите внимательно. Вот этот магазин. Вот тут шастает. Увидели кто? Что ты сказал? Что ты демон с камерой в руках. Что ты хочешь? Попробуй только. Я тебя посажу в тюрягу, понял? Я на калека, инвалид. Если я сейчас наберу 102, у тебя все заберут. Набирай 102. Петух, сука. У меня дети голодные, я хожу по копейке выпрашиваю за то, что пенсии нету. Ты иди нахуй, ты гандон ебаный. Вы поняли, что у него? Поняли. У него дети, блядь, голодные. Вот этого человека дети голодные. Который лазит по машинам.